Всем привет! Меня зовут Владимир Подосинников, и сегодня у нас очередной спецвыпуск «Дикая кухня». Будем готовить пиццу. Какие продукты нам понадобятся для пиццы? Вот они. Думаю, мы легко их найдем. Отправляемся за ингредиентами. Супермаркет, отлично. Хотя нет, это нереально, меня туда не пустят без маски. Кажется, не туда. Так, нам нужен сыр. Нет ничего проще, чем найти сыр в лесу, потому что у каждой вороны по упаковке. Кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар. Спой, Светик, не стыдись. Оп, спасибо. Отличный сыр, как раз нам пригодится. Остальные ингредиенты, конечно же, мы найдем в лесу. В нашем лесу с голоду не пропадешь. Так, вот они, грибы. Шампиньончики. Обычно дикий лук растет рядом с шампиньонами. Вот он. Оп. Единственное, чего нет в лесу, это помидор. Но я знаю короткую дорожку на один огород. А вот и огород, про который я вам рассказывал. О, отличные помидорчики. Ай, блядь, ты... Какой-то неправильный огород. Откуда там собаки? Но помидоры я достал. Сейчас отправимся за последними ингредиентами. Поехали дальше. Отличное место для поиска провизии. Погнали. Это северокорейская шхуна. Их часто выбрасывают на острова. Обычно в них остается что-нибудь из провизии. Сейчас попробуем что-нибудь найти. Какая-то коробка с какими-то консервами. Говорил, что на них всегда есть чем поживиться. Срок годности еще 2 года. Поехали. Все, все ингредиенты мы добыли. Отправляемся готовить. Основой для пиццы является мука. Откуда у нас мука? Хороший вопрос. Предварительно этот камень я точил где-то 5 часов, чтобы сделать в нем такую небольшую выемку. Соль нам не нужна, потому что мы взяли соленую воду из моря. С водой из моря советую не повторять, потому что для этого нужно как минимум 10 лет прожить на острове. Намешиваем, перемешиваем. Помните мультик про Вовочку, когда он пек пирожки? И так сойдет. Кемпинговый стол соорудил. Все, готовим пиццу. Из одного помидора делаем томатную пасту, а второй будет для украшения. Делаем томатную пасту. Есть. Так ее размазываем. Но если давить не умеете помидоры в томатную пасту, лучше ее купите в магазине. Все, берем сыр. У нас нету терки, поэтому трем ее топором. Я люблю, когда сыр не сверху пиццы, а где-то в серединке. Осыпаем сырком. Грибочки пошли. Не буду заморачиваться с обрезанием жопок на корнишонах. Мы все-таки на природе, все-таки дикая кухня. Рубим лучок. Противень наполненный. Отправляем его в печку. Вот такую вот духовочку я соорудил. Разогрели где-то до 200 градусов. И ставим в печь. Все, закрываем нашу духовку. Ну и все, ждем, пока запечется пицца. Опачки. Огурчик куда-то улетел. Огурец даже вкусный. Чего уж там про пиццу говорить. Опа. Пробуем. Офигенно. Готовьте на природе в удовольствие, не только шашлыки на шампурах. Буду и дальше показывать вам много интересных рецептов. Подписывайтесь, следите за новыми выпусками. До новых встреч.